соглашение о намерении по комплексному развитию муниципального образования города Казани между муниципальным образованием города Казани и публичным акционерным обществом Сбербанк России. Соглашение о намерениях подписано. Мы сделали еще один шаг в исполнении нашей мечты. Мы развиваем комплексно нашу территорию, которую долгие годы советских времен отрезала Казань и его жителей от красавицы Волги. И, конечно же, ждем первого проекта, вот СМУ-88, первые 6 гектар. Разрешение на строительство подписано, и финансирование после сегодняшнего подписания тоже открыто. Мы приглашаем инвесторов вкладываться в этот проект и верим в его реализацию. Это совершенно новый уровень архитектуры и для Казани, и для нашей страны. К проекту будут приглашены лучшие архитектурные бюро нашей России. Также мы надеемся на участие федеральных наших национальных проектов. Благо сегодня все возможности есть для того, чтобы комплексно развивать наши новые территории. Казань является для нас во многом образцом эффективности. Когда мы с Ильсуром только начинали обсуждать этот проект, это была весна этого года. И буквально за очень короткий период времени, это 3,5, наверное, месяца, все, что обещала администрация Казани, было все абсолютно 100% исполнено.